Сегодня будем готовить вот такой вкуснейший весенний салатик. Быстро и легко. Итак, нам понадобится зеленый лучок, огурчик, редисочка и молодая капусточка. Молодую капусточку мы нарезаем. И мы теперь нашу капусточку отправляем в тарелочку. И нарезаем дальше зеленый лучок. Достаточно меленько мы его нарезаем. Капусточку мы сейчас немножечко пожмем, чтобы она у нас была более такая мягенькая. Она хоть и молоденькая, но все равно лучше ее чуть-чуть так пожать, чтобы она была пустила сок и была более такая податливая, скажем так. И сюда отправляем сразу наш лучок. Так, дальше мы нарезаем редисочку. Редисочку мы нарезаем такими вот четверть кольцами. И тоже все это мы отправляем в наш салатик. Огурчик нарезаем тоже на четверть кольца. И отправляем в наш салатик. Теперь мы будем заправлять наш салатик. Добавляем немножко сольки, немножко сахарка, буквально пол чайной ложечки. Дальше добавляем уксус, 1 столовую ложку, и 3 столовые ложки растительного масла. И все это теперь мы хорошенечко перемешиваем. Итак, вот такой вкуснейший салатик у нас получился. Пробуйте, готовьте, весенний, легкий. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.